Ой, девочки и мальчики, я так устала, что все, что я хочу, это быстрее уйти отсюда. Вы знаете, я потеряла Винсента. Я не могу больше никуда идти, я хочу пить. Ничего мне больше не надо. Винсент, где? Мальчики, я вам обещала шикарный стейцел, и мы туда с Винсентом идем. Очень красивый район, посмотрите, посмотрите сбоку, видите, какие дома. Дома просто изумительные, везде магнолия цветет, трава красивая. Винсент, what do you think, how much this house is cost? Here, probably $1 million. But this house is 3.8 million. Yeah, well, that's what I'm saying, it's for charity. Да, очень, очень дорогая вообще area, то есть дорогой район. И я вам хочу сказать, мы еле припарковались. So, no parking, right? Yeah. Вообще парковка на 300 метров в радиусе, нигде не припаркуешься у дома, поэтому нам нужно идти. Ну, метров 300, наверное, от дома мы припарковались. Вот, посмотрите, какие, видите, дома. Yeah, these are all doctors, surgeons, most likely. Да, он говорит, все, хирурги здесь живут одни. Так что вот, сейчас покажу вам, какой дом. Буду делать обзор дома и обзор estate sale одновременно. Let's go in the front. Вот смотрите, вот этот дом, он сбоку. Это сбоку я показываю. То есть он уже продается, видите, написано sale pending. И народу много, я чувствую, уже там слышно. Посмотрите, какая трава, какие соседи напротив. Look how pretty the flowers. Very pretty. Посмотрите, как здесь красиво. Посмотрите. Обалдеть. Даже просто дом показать, не только то, что в нем продается. Вот. У вас будет вопрос опять, конечно, почему продают, почему от всего избавляются. Причин множество, причин. Причины могут быть какие угодно. От причины человек умер и до причины человек переезжает. Посмотрите, видите. Как здесь красиво и ухоженно. И люди заходят, как в музей, сюда поглазеть. Очень многие идут поглазеть даже, что за дом, что за товар. Вот. И мы тоже с вами заходим. Видите, we not negotiate, то есть мы не торгуемся. Какие цены есть, такие покупайте. Видите, вот, пожалуйста, тут уже вот здесь not for sale написано. Это мебель. Not for sale. Итак, мы зашли отсюда и зашли в этот дом. Огромный дом, который уже под контрактом, уже продается. Смотрите, какие шикарные потолки. И мы идем рассматриваем, что нам предлагают. Это тоже not for sale. Oh my God. Посмотри, как, посмотрите, какие фреймы. Как, it's like a picture. Как картина вообще. Посмотрите, какие рамки у двери. Обалдеть. Ну, куда Винсент-то пошел? Куда Винсент пошел, туда и я пойду. Так. Если вы сломаете, вы покупаете, написано. Так что ничего здесь не ломать. Что у нас здесь есть? Вот комната, это, наверное, хозяйская комната. Мебель уже not for sale написано, мебель. Посмотрите, какие потолки. Винни, can you hold it? Очень интересные сумки. Кейт Ланди, Кэти. Так, давайте посмотрим, чем тут у нас торгуют. Что у нас тут за фирмы сумок? Гэс. Джессика Симпсон. Коуч. Винсент увидел коуч. Сколько? How much coach here? 26. It's not bad. You want? No. I don't want. У меня столько этих сумок, что я точно не хочу.
Эта сумка тоже, смотрите, какая хорошая. Вот это вот, кстати, очень хорошая кожа. Кожаная сумка фирмы Allison Scott. Да, сумка вообще приличная, кожаная, большая. Очень большая и завязывается. О, сумка вообще шикарная. $24, ничего себе такая сумка. Винни, Винни, come over here. Look at this purse. Very, very good. It's very good leather. Mm-hmm. $24. It's nice. And this, can you put them together? Like. No, that doesn't go together. It's just. Yes, it goes like that. If you. No. 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 Just like that. No. No. Yes. See, it's more and more. Очень классная сумка, кстати. Большая, огромная. That's nice. Очень хорошая. Кладем. Очень. Говна. Говна будем покупать сейчас на лопате. Так, пойдемте дальше. Посмотрите, какие здесь. Вау, такие ящики. What is that? Yeah, that's closet. What kind of area is that? This is your it's closet. Yeah. Посмотрите, это из бедрума вы выходите. И вот такой вот closet. No. Он говорит, хочешь jackets? Какую-то одежду купить? I don't think it's selling. No? Посмотрите, какие тут шкафы офигенные. Yeah, see, это, короче, on the hats. Uh-huh. Это, короче, вы выходите из бедрума и идете вот по этому пути в мастер-батрум. О, посмотрите, какой батрум классный. Класс! Посмотрите, такой вот душ с двумя такими огромными горшками. О, видите, как здорово. Not for sale, not for sale. А что для for sale-то? Все тут написано везде not for sale. Смотрите, как джакузи-то шикарно вообще. Так, идем дальше. Что здесь? Cowboy boots, $30. $30, говорит, если какие сапоги. That's nice, whole leather. Yeah, what are you going to do with them? No, this is for men. No, it's women. No, it's men. It's women. It's women. It's even size women size. No, it isn't. Yes. What else? Let's see. I got it right from here in the men's. Vincent хочет померить. So try it. If it's for men, you can buy. See, it's size 10. Ah, 10. Okay, yeah, it's men. Yeah, no kidding. Yeah, put on. I can't fit in 10. I need 10 and a half. It's nice though. I like that. Видите, понравились ему ботинки. Что еще тут нам понравилось? This one's. Those like slippers. It's not comfortable, this one. No. They fall off. So what about Converse? What about shoes? His feet are too small. They're 10. These are nice. Look, yeah. All leather. Very yeah. Nice. This is 10 and a half. I like this that one. I like this one's better. Like this one. I like slip-ons better. I don't know if they're selling though. Yeah. Oh, there's prices on it. Where? Right there, $40. Oh, bucks. Yeah. This one, look this. It's very good. What brand? Brand. It's very good brand, I can tell. Yeah, it's very nice. Yeah. 38. Так, это значит фирма Sperry. Sperry какая-то. Yeah, these things are expensive. These no, are this nice. One I don't like. It's you too heavy. They're slip-ons. I like very those. Heavy. Look this. I don't like these. I like these. These are slip-ons. Okay. Ох, сейчас понапишут нам, скажут, ой-ой-ой-ой-ой, помоечники, помоечники. Уже вижу, читаю ваши комментарии. Ten and a half might fit. These are probably fit. Do you want me to get these? Try. Oh, I can't take off here. Put them right now here, and then we're going to try on our way out. All right. Итак, выходим мы из... из комнаты хозяйской. Идем дальше, не знаю куда, но смотрим. Ботиночки. Ой, какой бассейн, посмотрите, там шикарный. Сейчас мы все посмотрим. Девочка, $75.
да. О, какой, смотрите, кувшин шикарный. Сколько такой кувшин? Ой, $68. Кувшин. Дальше идем. Что там еще? Ого, посмотрите, какая красота. Все из дерева сделано. Сколько эта красота стоит? $795. И обезьяны здесь, и все. Это прям для меня, но не надо нам. Такие вот, такая мебель. Вот кресло, может, продается, да. $495 кресло такое. Значит, это not for sale. Вот такие лестницы, посмотрите, там этими сделанными. Сделаны плиточкой красивой, испанской. Так, что здесь еще? Здесь часики. Часы. Бижутерия. Такая со вкусом, кстати, бижутерия. Видите, какая цепочка. Сколько стоит такая? $6. Ну, что за часики? $135. Угу. Так, идем дальше. You break it, you buy it. Понятно всем? Как только уроните, что-то будете платить. Но тут нам тоже ничего не надо. Здесь очень много всякой бижутерии люди разглядывают. Очень много, посмотрите. Здесь, конечно, я уверена, можно найти очень много красивых вещей. Вот, но мне тоже тут ничего не надо. Идем на кухню. Кухня, смотрите, какая шикарная. Кастрюльки, сковородочки, тарелочки. О, это моя тема, петух. Виноградик. Что здесь еще? Очень интересно. Вообще, знаете, интересно, что-нибудь такое, на что-нибудь наткнуться, на такое, что думаешь, о, вот здесь вот надо варить студик или холодец. Вот такая вот, да, сковородка. Большая кастрюля для холодца. Что здесь, для чего здесь, ну вот, очень красивые всякие маленькие, большие чашечки с блюдечками, очень красиво. Что здесь? Здесь у нас стиральная машина, стиральные машины уже убраны, все остальное, видимо, продается, но тут нам тоже ничего не надо. Так, что здесь дальше? О, Винсент у меня, мне бижутерию подищет. You looking for nice stuff for me. Такие брошки красивые. Брошечки. Я пойду вот туда, на улицу, и посмотрю, что там на улице у нас интересного есть. Ой, народу, конечно, много. Но всех-то вы не будете называть помоечниками, правильно? Ну, какие, смотрите, какая красивая ваза, сапог сделана, $75, очень шикарная для зонтиков, очень оригинальная. Так, мы выходим к бассейну. Видите, такая здесь эрия, где можно сидеть, да, у бассейна. Большие горшки, конечно, это супер. Такие большие горшки, попробуй домой довези. Так, здесь тоже что-то такое всякое, не знаю. Это люстра, это стол для времяпровождения на улице. Ой, посмотрите, как здорово, как здесь красиво. Посмотрите, обалдеть. А вот эти чаши, это вообще что-то. Угу. Для алоэ. Очень красиво. Ну, дом, конечно, стоит таких денег, поэтому все должно быть на высоте. А это вот, посмотрите, видите, летняя кухня. А на летней кухне здесь продают всякие фигурочки по $15, видимо, тоже коллекционные такие. Баночки всякие, гриль клубные. Видите, люди, богатые люди, они увлекаются гольфом. Вот, видите, гольфные всякие инструменты. Гольф-клубс называется. Так, что у нас еще здесь есть? Эти, конечно, шикарные большие блюда.
А, это пластмассовое, да, блюдо. Такое бы стеклянное, да, вот красиво, такое оранжевое стекло. Так, здесь ничего нет, велосипед. Чтобы такого интересного найти и сказать, я хочу. Винсент все еще здесь копается. What did you find? Lucky brand. Oh, it's okay. It's nothing. Let's go upstairs. Huh? See this one? What is this? Waffles. What is this baby for? For omelet. Лето, видимо, чего как такого. Я очень тоненькие тарелочки, очень тонкий такой фарфор. А там вот видите, сейчас покажу, людей очень много здесь. А вот здесь тоже много всякой всячины, но ничего такого нет. Ну что, пойдемте наверх, посмотрим, что там наверху. Сегодня нам от людей не избавиться, так как люди здесь везде. Винсент, let's go outside. Ой, let's go upstairs. Винсент прям не его прям не это самое, не уведешь. Ну ладно, пойду одна, он потом подойдет. Идем наверх. Смотрите, какие лестницы, это красивые, да? Обалдеть. Видите, входишь и сразу два уровня. Это вот типа офиса, или я даже не знаю, что это, наверное, офис такой, как проходной двор, офис. Потому что, видите, тогда лестница, там комнаты, и там комнаты. Идем здесь. Так, что здесь у нас есть? Здесь детская кроватка. Так, однозначно, что это детская. Угу. Ничего здесь такого нет. Много полотенец. Стулья. Всякие плакаты. Здесь много разных, наверное, покрывал простыней и все такое. Так, ничего здесь этого не надо нам. Что еще? Везде очень красивые потолки. Так, идем дальше. Смотрим, что здесь. Здесь открывать нельзя. Здесь заходить нельзя. Можешь зайти здесь. Так, здесь ничего нет такого. Угу. Видите, продаются. Мы с Любой на таких занимаемся. $450. В точности на таких мы занимаемся с Любой. Ну, видите, и тредмил. Я не знаю, может, тренер какой здесь за ней разжил, потому что вот это вот то, что мы с Любой все время используем в этом в зале. Вот этот вот полукруг. This is interesting. Cyber shop. Сумочки всякие. Так. Ну что сказать-то вам? Куда-то еще нам можно пройти? Нет. Здесь кондиционеры. Здесь дверей очень много закрытых, куда нельзя ходить. Потому что не дом же, они продают вещи. This is pretty good. Cyber shop. Motion picture camera. Sony. I don't know if it works. Yeah, but how much is it? It's only $10. No, I don't want that. No. Yeah, it's good. Probably better than that? No. Yeah. You don't. Ну что? Факты опять, как вам сказать, наши ожидания превысили то, что мы увидели. Конечно, мы ожидали большего, а увидели бы меньше. Но, в принципе, неплохо, такой дом симпатичный. Но, не знаю, сумку взяла,
Говно опять набрала. Вот здесь вот я еще не была, вот сюда не заходила. Это уже еще какой-то тут пролет. Да, здесь мы не были. Это столовая у них, видите. Ой, какие потолки шикарные, конечно. И в столовой тут тоже очень много баночек, скляночек. Видите, какая-то ваза интересная. Сколько такая ваза стоит, интересно. Ой, я не показываю ее. $45 ваза стоит, видите, какая. А это, не знаю, это свечки, свечки тушить. Так. Что еще у нас есть? Видите, какая красивая здесь на подносе, $185. Не знаю, кому она нужна, правда? А это вот для пунша. Когда делают пунш, все кружечками черпают и пьют для вечеринок. Что еще здесь есть? Можно такого красивенького приобрести. Ой, какой красивый поросеночек. Так. Большие стаканы огромные. Уж попьешь, так попьешь из таких стаканов. Так, это вот у нас бокалы. Сколько? 16 бокалов, $69. И так, не знаю, дорого. Тут 6 бокалов. $24 написано. Здесь какое-то гнездо. Коллекция лошадок. Видите, все лошадки, лошадки. $20, $15, $20. Видите, какие интересные. Я не знаю, ну, как человек коллекционировал лошадок. А это офис. Видите, какой офис. С какими красивыми потолками. Да, здесь так симпатично все. $22 такой горшочек. А это совсем маленький какой-то наборчик. Чайник, 3 чашки. Совсем вот игрушечный. Ну, дом-то симпатичный, правда? Вообще. Конечно, обзор дома не получается, потому что здесь как-то не знаешь, куда идти и чего можно смотреть. Вот. Всякие эти блокноты продаются. Обалденные. Любые блокноты для записи, видите, с этим Джон, как его назвали, пираты. Ага. Это уже для айпада. Ну, сколько всяких книжечек, все новые, видите. Много. Очень интересное, кстати, очень хорошего качества. Тоже для айпада. И это тоже для айпада. Вот это вот хорошая книжечка для записи. Так, пылесос $35 продается. Неплохой пылесос. Бесса. У нас такой вот пылесос. Ну вот я опять, видите, в зале, где я зашла. И вот, я не знаю, была ли я здесь, или это что такое у нас. Вот там, видите, мы проходили мимо этой мебели. А здесь, видимо, гостевая отсек. Гости здесь живут, наверное. А может, няня, наверное. Но здесь, правда, нет ничего, ни ванны, ничего. Просто одна комната и все, с кроватью. Очень странно. Странно, может, вот эта вот ванна, только сюда нельзя заходить, наверное. Скорее всего, да. Винсента я потеряла в этом доме. Да, очень красивые, конечно, вот эти все горшки. Они такие мощные.
люди уже картины у нас всех продают. Ну что я вам хочу сказать, дом 3 миллиона 800, но скажу за вас и за себя, мы видали и получше, и меньше ценой, правда? Но так как Эрия здесь очень дорогая, Винтер Парк это очень дорогой город, да, поэтому здесь, конечно, цена вот такая вот ошеломляющая. Поэтому дом такой вот добротный, хороший. Видите, тут все какие-то интересные картины. $125, $125. Я не знаю, что это за картины, кто это их написал, я не знаю, но что-то такое, это уже sold. Конечно, красота. Короче, все, что мы здесь берем, это сумка. Сумка просто шикарная. Сейчас я вам покажу ее. Представляете, Винсент мне нашел такую сумку. Это просто офигеть, офигеть. Винсент, show how it look like. Смотрите, кожа просто вот, ну вот нереальная, вообще нереальная кожа. Не нашли мы какого имени. But just show how it works. Видите, она может быть так. Винсент на себя меряет. Она может быть вот так, таким рюкзачком. Но сейчас вот он еще show how it's this purse. Посмотрите, какая она. Она вот так еще делается, открывается здесь. Вообще такая сумочка уникальная. Zip this up. Здесь застегивается, здесь застегивается. Вообще обалденная сумка, конечно. И везде карманы, и тут карманы, и еще вот так вот, видите. Вот. У меня теперь две сумки, короче. Я не знаю, сколько у меня будет сумок. Ну, может быть, а может сестре своей подарю, может быть, Наташке подарю, когда приедет. Сумки нужны всем. А это сумки шикарные. Ну и что, что они не новые. Посмотрите, сколько здесь людей покупают. Целый дом. А в таких домах тем более, здесь такие дорогие дома, они люди дорогие вещи покупают. Ну, RF over there too. RF it's a name of the company who doing that estate sale. Yes. So right here, see? RF. How much is this one? 24. Но вот это, конечно, кожа намного лучше, чем вот это, но это тоже кожаная. И она фирма Allison Scott. Ну вот посмотрим, значит, телефона нет. Может, дороже купила, может, дешевле, фиг его знает. $24, а это $62. И вот это еще берем за $20, чтобы все доставать дома. Мы любим очень получать удовольствие от таких вот похождений. Так что, девочки и мальчики, не пишите, что вам помоечники. Это уже от вас зависит, напишите. Я не считаю себя помоечницей, но мне очень нравится estate sale. Так что, извините. Видите, как доволен своей находкой. Он говорит, прям прибежал с этой сумкой, говорит, Наташ, смотри, какая сумка. Ну как же не купить-то? А люди, видите, даже с одеялами, со всякими... С чем только люди не выходят, а вот это вот ножи. Смотрите, какие ножи. Шикарные. Вау. Baby, come over here. Look at how good these knives. Look how good these knives. Cuisinart. Cuisinart. No, they're not that great. No?
This one is a little bit. For steak. Yeah. $12. Полностью весь набор. Ладно, не надо, так не надо. Don't worry about it. Здесь тоже, видимо, кто-то оставил уже. Эти сидушку. Еще что-то вон. Картину. С попкой голой. Видите, какой фен. Собачка. Ну, видите, сколько людей хотят все купить. И подушки, и одеяло. А мы сумки берем. Стоим в очередь заплатить за то, что мы выбрали. Сейчас мы поедем в сам Винтерпарк, погуляем, поедим. Честно говоря, голодные. Вот это все отнимает очень много энергии. Хоть это все интересно, но энергии отнимает просто жутко много. Потому что всяких много вещичек, посмотришь, там, толкаются. Ну, в общем, получили удовольствие, но вот столько уже здесь достаточно. И стратили, может, там, сколько мы истратили. Ну, долларов 150 истратили на удовольствие. Зато сколько всего видели. Говнеца. It's not expensive for that. Ну что, выходим. Поберушки. Okay. Он говорит, вот этот вот рюкзак, который он купил мне, похож на рюкзак, который у Ольги был в Москве. Он говорит, вот как у Ольги. Так что, Оленька, у меня тоже теперь такой рюкзак есть. Вот у меня две сумки, Винсент несет лестницу. So, tell about this stairs. It's good? That ladder? Yeah, this is nice. This is вот эта ladder, она очень крепкая, такая прочная. And you won't be calling me. Red, Vincent, он help, говорит, не help. Будешь мне no more help. Кричать. Он говорит, помоги, yourself. Помоги достать. Вот, говорит, боже, теперь. Ну вот, поберушки две. Oh, nice basketball court. We're with you like junk people. Yeah. Going everywhere, buying junk. Yeah. Then we don't know if we're gonna use it they're or not. Exactly. Well, purse, you got how many purses now? It's probably 30 now. 30 purses, my yeah. goodness. But lady have to have. Блин. Yeah, 30 purses. Говорю, женщина должна быть 30. 30 purses to go along with her 80 shoes. Yeah, говорю, 30 сумок и 80 этих туфлей. Ну и что? А что, женщины разве не любят это все? Любят. И я люблю, поэтому... Вот так, посмотрите, какой дом, я еще раз сейчас вам покажу, какой шикарный дом за мной стоит. Вот так. So we're gonna go eat to... You like my new house? Yes, он говорит, тебе нравится, говорит, мой новый дом? That's our new house. That's where you bring your ladder? Yeah, that's where we bring in our ladder. Okay, right он говорит, тебе нравится that's наш новый can, дом? That's how you can... Yeah, look, we look very good yeah, that's our new house. On our house. Yeah? New house. Yeah. Yeah. Come on in. Come on. We'll go together. We're gonna do warming house. Yeah. Or house warming. House warming. House warming. Короче, house warming – это новоселье. Новоселье по-английски. То есть люди, когда покупают дом, они делают house warming. Ну, вообще, конечно, house warming, если переведи, то греть house, be да? А так вообще это как бы новоселье. Ой-ой-ой, как скажет Люба. Ой-ой-ой. No, 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 no. Don't. Yeah. Ой, я чувствую, что недолго проживет мой горшок. Недолго. You need to put between this and this some material. No, it's not gonna go anywhere now. Yeah, but it's gonna break. Okay, where do you want to put it? I don't know, maybe in the back seat. Why don't you put down back seat? In the back seat. Okay, open up door.